Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Vernier M5 произвести операцию Factory Reset, то есть сброска всех настроек заводским. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел «Восстановление и сброс». Выбираем здесь последнюю опцию «Сброс настроек», нажимаем «Сбросить настройки телефона» и затем «Стереть все». И после этого телефон будет перезагружен в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.